Всем привет! Снова влог начинается в лифте. Я, значит, такая вот мадама. У нас уже все весенний мут, сегодня плюсовую температуру обещают, но пока что еще минус 3. Я тут намылилась на свидание, точнее, на первое свидание. Это всегда такая обстановочка, когда выходишь и нужно найти машину, которую ты еще никогда не видела. Как-то вклиниться в разговор. Ладно, я справлюсь. Не впервой. В общем, сейчас поеду завтракать. Суббота, мы договорились поехать на завтрак. Все, уже там свидание закончилось, я уже даже отработала. Бегу в кофейню, мне мама сейчас заберет, мы поедем по магазинам. Пока у нас весеннее солнышко, засниму вам обстановку, атмосферу. Я иду, конечно же, с Мурадом. Господи, я сейчас так пинула снег смачно у ребенка. Я не хотела. В общем, возьму себе бамбл и дождусь тут маму. Давно я бамбл, кстати, не пила. Помните, да, что я люблю? Это американо или эспрессо с апельсиновым соком. Кстати, я в Скуратове никакой другой кофе, кроме Бамбл, не пью, потому что мне не нравится молоко. Мы в Меге. Слава, я думала, не одна, я думала, она у меня за спиной. Куда ты убежала? Чем ты говоришь? Мы приехали в Мегу. А у нас весна. Такое мне весеннее стоит. Хотя солнышко светит хорошо. Приехали. А знаете, зачем мы приехали? Помните, мы приезжали в Мегу выбирать рубашку Камилю? Мы же ее не выбрали, вот по второму кругу. Только Камиль с нами уже сегодня не поехал, естественно. Он нас таким подарком сегодня не одарил своим присутствием. Не всегда. Коту сметанка. Поэтому мы сегодня вдвоем будем смотреть, выбирать ему. Что-нибудь... Ой, осторожно. Посмотрим. Короче, уровень адекватности моя мама. Мы заходили в Мегу, и к нам подошел познакомиться парень. Сейчас он выходит из Меги, и мама следит, на какой машине он приехал. Ну беги, беги! Она говорит, вот он выходит. А да, посмотрите, на какой машине он приехал. Ну ты тихонечко выходи. Вот с ней бы я пошла в разведку, конечно. Она такой, что тут еще агент-шкипер. Ну чё? Следила? А? Он? Нет? Ну чё, мам? Я выставлю. Алина, я тебя убью. Где он? Я вообще не вижу. Ты потеряла его? Какая машина? Ну давай, выключай. Короче, ни хера мы не поняли, какая машина. Идем в Манго. Ой. Мы не больные, мы реально, мы нормальные. Просто иногда бывают уже такие, это опытом научные. Как говорится, обжигаясь на молоке, начинаешь дуть на воду. Ну, 5000. Еще как бы ничего, но я не знаю, длина рукава. А как размер тут? Нет, это стональ не на, и ничего. Вот мне интересно, да, ну смотри, вот Эльку, видишь, как это длиннее. Надо ведь его. Я не знаю, без его примерки, как этот. Она, мне кажется, широкая, ему надо слим. А это, видишь, оверсайз, типа. Мне так нравится, что мы немножко облегчаемся, и уже не надо шубу надевать, не надо пуховик надевать. Как-то курточку накинула, и уже вроде ничего. Сейчас мы в Мак мужском. Что-то вечно. Я в туалете Дуплекса записывала вам перед тренировкой какой-то кусочек. Что в этот раз я хочу вам показать. Вы уже видели, можно сказать, почти все направления, на которые я хожу сюда. Это функционал, это йога,
это BrainFlex, который показывала, по-моему, в прошлом влоге. И в этом влоге я покажу еще одно направление, на которое я ходила буквально один раз, и вот сегодня пришла второй раз. Это направление называется AeroFlex. Ну, это, короче говоря, аэростретчинг. Я вообще небольшой любитель растяжки. Для меня это не самое приятное занятие. Я, в принципе, такая дубовая и не очень гибкая. Но аэронаправление мне, в принципе, понравилось. Прикольное, оно такое расслабленное. Там не очень много времени, слава богу. Для меня это плюс. Уделяется шпагату, больше растяжки какой-то суставной, что ли. Ну, в общем, спину тянем, как-то просто расслабляемся. Мне это очень нравится. Сейчас пойду, надеюсь, тоже получится для вас что-нибудь там заснять. Тут уже в этот раз исправляю ошибку, с микрофоном записываю, потому что как-то мне показалось, в прошлом влоге слишком тихо мой голос звучал здесь, потому что там фен сушит волосы, и, в принципе, орёт музыка. Поэтому, надеюсь, так будет получше по звуку. Вот и зал. Сейчас выберу все самое солнечное место. Доброе утро. Меня зовут Алла. Назовите ваши... Еще поработаем немного с другим отделом и перейдем на тазобедренные суставы. Сейчас немного напряжемся, уходим на вдохи, ставим колени в разные стороны и назад. Хорошо. Так, сейчас я уже пришла на массаж лица. Как всегда, будем кайфовать сейчас. Поэтому, короче, типа, лучше этот... лучше потихоньку как-нибудь сдать и скажите, что мы не вешали, что он нам просто не понравился. Вот. Ничего об этом пищании не говорите и купите Samsung или LG. Сейчас наношу лосьон себе. Uh-huh. Лосьон, который убирает пигмент. Вот, потому что там есть арбутин. Тринексамовая кислота и коевая. Как всегда, забрали ключи, заглянули в тринекс, съела суп. Добавила кофе, сейчас покажу, как у меня светится. Сегодня с утра, как вы поняли, я была на маньке. Долго мне достаточно делали сегодня маникюр, потом я поехала на завтрак, свиданку, и была дома большое количество времени. Сейчас выезжаю на встречу с Камилой. Едем в серф, то есть я еду в серф, она туда придет с флексом, у нее сейчас тренировка во флексе. Мы хотели с ней скооперироваться вместе по этим тренировкам, я сегодня уже была на йоге с утра, поэтому сегодня уже так много всего сегодня произошло, мне кажется, как-то я только проснулась. В общем, встретимся с ней в серфе, поболтаем, обсудим все, что у нас было, давно я ее не видела, и потом побегу на работу. Погода кайф. У нас сегодня уже плюсовая температура, солнечно.
Идем в серф. Встретились с Камилой. Немножко для влога, немножко для сторис. Я видела. Короче, в Дубае ты купила, да? Да. Вот это моя любимая маска для губ Ланеш. У меня, по-моему, Берри дома. Розовенькая. Там оранжевая такая на работе. А это как называется? С чем она? Гамми Бер. Это мишки эти, желе. А, блин, ну, не желе, а этот мармелад. Можно маску? Да, можно. Давайте на руку. Давай. Рукой своей, ну? Давай, давай, конечно. Спасибо. Он вкусно пахнет? Вообще. Он еще виноградный такой, да? Блин, так люблю эту маску. У меня доброе утро, morning routine. Я тут красивую такую маску заказала себе. Сейчас покажу упаковку, если что, как она выглядит. Она, кстати, довольно бюджетная, продается в Золотом Яблоке, мне кажется, вы без меня все знаете. Марка Red. Тут она сама за себя говорит, сама себя рекламирует. Я сегодня... Какие у меня планы на день, да? В общем, я сейчас собираюсь на тренировку. У меня на этой неделе, сейчас я подниму эту штуку, это у меня как будто верхней губы нет, я как Хосе Игнасиас. В общем, у меня на этой неделе 4 тренировки. Да, у меня была одна тренировка по йоге, одна по аэростретчингу, один функционал, и сегодня будет еще функционал. На прошлой неделе у меня было какое-то супердепрессивное состояние, я всеми силами старалась себя из него вытаскивать, но я могу это делать путем разных внедрений разных активностей в мою жизнь, которые мне приносят удовольствие. И вот одна из таких активностей — это спорт, это тренировки, и в том числе вот эти вот функциональные тренировки, и йога меня очень успокаивает, заряжает, и вот мне зашел очень аэростретчинг. К чему я это все говорю? К тому, что я не могу в моменте записаться, к сожалению, там запись очень плотная, я могу это только на неделю вперед, и то, если там останутся места, вот так вот записываться. В общем, вот я интенсивно так записалась на эту неделю, поэтому много тренировок у меня на этой неделе. В общем, сейчас я пойду на тренинг, потом приду домой, накрашусь. Сейчас мне нужно только уложиться, я заранее на Dyson завью волосы и заколю это все какой-нибудь резинкой, заколкой. Краситься не буду. И потом приду после тренировки, быстро накрашусь и поеду на съемку. У меня сегодня опять съемка. У меня прошлый влог весь в съемках, по-моему, позапрошлый, и в этом влоге тоже будет съемка. И вечером у меня уже будет работа. Такая вот у меня сегодня интенсивная пятница. Сейчас надо полежать немножко с маской, чтобы лучше сустав впитался, и потом закрою ее кремом каким-нибудь и пойду на тренинг. Не то чтобы у нас уже так тепло, чтобы я шла в кожанке и кроссовках, просто у меня сегодня съемка. Мы договорились с фотографом, что я буду кожаной куртке, кроссах. В принципе, частично уже сухо. Тут, конечно, снег. Надо Джорданами тряпичными не наступить в лужу. Это самое прям главное. Потому что я не знаю, как буду отстирывать, отмывать. С собой взяла джинсы. На всякий случай. Опаздываю, капец. Я что-то вообще не подрасчитала с временем. Очень красивая ржана на фотографии получается. Пока да. А, обычно мне пофиг на людей в кадре. Ну, помимо. Так, съемка прошла. Девчонки пофоткали меня. Это был формат обучения. Лера, она проводит обучение, и, в общем, пригласила меня модель. Сейчас я жду такси, хочу доехать до кофейни. Вроде я даже не замерзла. Реально, в принципе, тепло сегодня. И попью кофе и пойду домой. У меня тут вечером работа. Тут, кстати, локация МКЦ Казань. Библиотека национальная. Мы с мамой пришли на выставку. Называется она «Не верь глазам своим». Музей искусства. Сейчас будем покупать билет и пойдем. Давай лук твой покажем. Пройдись сейчас вперед. И не сутулься.
Давай поскорее. Какая разница? Это реально с обложками. Паспорт, сад, семьи, сад, семьи, наслаждение. Сейчас столько всяких красивых штук тут. Даже парфюм есть. А, еще что-то прочитать есть? Очень красиво. Здесь иллюзия объема ковра. Представляете, это ткань. Комментирую. Тут надо на нож и на каплю быть. Снимаем, как реально с устриц, как будто бы по холсту стекают. На камеру, конечно, не настолько видно. Сейчас посветлее сделаю. Я сейчас проиграю. Сейчас первый раз проиграли. Видимо, это как этот работает. Игровые автоматы тебе дают один раз выиграть. А потом ты просаживаешь все бабки. Ну, я не могу. Что, не идет? Вот. Ага. Не дают. Я смотрю, как выиграть второй раз. Угу. Все, неудача пока. Здесь масло монтируется, резная деревянная поверхность. Тут еще в картине дополнение аромат. Еще одна экспозиция с ароматом. Называется «Аромат иллюзия». Аромат иллюзия — это символ многогранности, глубины искусства и иллюзий. Мамина страсть. Посмотрите. У меня почти такая же тарелочка. Потом придем дома, ты сфоткаешь. Вообще прям как настоящие грибы. Миска в виде капусты с крышкой. А где крышка? Я взяла в турецкую обложку и паспорт, и мама решила посмотреть открытку. Поэтому она просто... А ты не будешь открывать? Открой и посмотри. Я сейчас ей позвоню, спрошу, у меня нет таких. Ой, слушай, ну красиво. Красиво. Давай я возьму. Есть 50 долларов? Да. Вообще не на чем. Связь по поводу выставки скажешь, обратная связь. Вообще очень понравилось. Я люблю посуду, очень красивые, там Фаберже были, ландыши мне очень понравились. Ну, посуда это вообще, конечно. Очень понравилась картина. Самая первая начала, да, которая да, была да, с ковром. Да, с ковром. Объем, прям вообще объемная, объемная. И как это можно было там в 1600 каком-то году это все нарисовать просто. Вот я, знаешь, о чем подумала? А, что там дети ходили на экскурсии, и вот они, у них глаз забыли 3D-картинками. У них изначально мультики были такие супер объемные. Уже вот у них настолько это все вот это обесценено.
именно вот эта вот объемность фигур, нарисованных много столетий назад, потому что для них это обыденность. Для них и так все 3D. Какой там 3D, там многомерное. Вот, поэтому они, конечно, фишку не секут. Идем по территории Кремля. Сейчас поедем с вами. Мы пришли к Дованике. Она хоть и держит уразу, но приготовила нам треугольники. Я вообще поражаюсь. А влог? Что должно быть некрасиво сейчас? Вот и покупочки. Анпакинг того, что мы купили в музее, в Эрмитаже. Как называется? Костюмы? Придворный костюм. Эрмитаж. И с обратной стороны там крупный план. Нет, смотри, вот как. Видишь? Да. Вот это вообще очень красиво. Это платье бальное. Княгини Юсуповой. Обалдеть. Очень красиво. Вот вообще. И вот это красиво. А вот моя обложка на паспорт новая. Сейчас будут заключительные кадры этого влога. И я пошла пешком в Рестик. Мы сегодня с подругой, с Алиной договорились посидеть у хорошей девочки, поужинать. Она у меня сегодня с утра была на процедуре. Я рассказывала ей свои сегодня новости за прошедшую неделю или даже больше. Она была в Турции, и мы не могли с ней каждый день, потом у нее было много работы, не могли с ней каждый день списываться и рассказывать новости. Поэтому сегодня с утра я ей рассказывала свои новости и договорились, что за ужином она мне будет рассказывать свои. Я вот уже на Катановский переулок вышла. У меня не такая уж и долгая дорога до хорошей девочки. Решила прогуляться пешком. У нас теплая погода, поэтому, в общем, 10 минут, и я там. И будем заканчивать с вами влог. Помните, это тот самый туалет, или это самая лестница, где Алиса навернулась? По-моему, это новогодний, что ли, влог был? Вот она, вот она. Где была? Полетит. Ты зачем оделась, какой день? Я не поняла. Сказала, я буду так, Алин, это тебе. Спасибо большое. Гостиниц, спасибо. Кстати, чай, да? Он такой... Продирает. Нет. Ты куда так верить? Ну, я не замужем, потому что... У меня салатик, парень из Франзона, мне нравится. У Алины утка конфи. Все. И батат запеченный. У меня набор массы. Набор массы? Да. Алина каждый год умирает, Алин. Deacon. I'm sorry. Oh, it's all right.